Друзья, всем привет! Смотрите, у нас, короче, тут на работе держат гусей, таких красивых гусей. Сейчас я вам сниму поближе. Видео на телефончик, так что не обессудьте за качество. Просто под рукой камеры нет, только вот телефон. Решил вам показать. Такие вот гуси. Смотрите, какие клевые. Как в деревне. А это, друзья, центр Москвы. Короче, отсюда до метро, на метро до центра Москвы буквально 10 минут. И смотрите. И тут гуси. Гуси, гуси, га-га-га. Клевые, да, друзья? Смотрите. Прикольные гуси. Блин, ну, близко к ним не смогу подойти, друзья, потому что, видите, они убегают от меня. Ну и как бы их пугать тоже не хочется. Вот такие гуси в центре Москвы, друзья. Да, даже не верится. Такие гуси красивые. Там пруд такой классный. Вот смотрите, они сейчас поплывут, наверное. Сейчас вам сниму немножко, как они будут плыть. О, поплывут. Ну пусть плывут. Ну все, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся.